дедушка работал на заводе. Сейчас отец работает, и я. Ну, династия. Работаю бригадиром рудного двора отдела шихтоподготовки на ламинационном цеху. Я курирую, получается, выгрузкой сырья для производства агломерата. Здесь интересно, много механизмов, и это как бы привлекает. В центре карьеры Мединвест отзывчивые люди помогли мне с устройством на работу, показывали, какие бумаги заполнять, куда их относить. Ну, в принципе, очень просто все вышло. Я до сих пор закрываю обучение, 42 смены должно быть обучение, чтобы уже дали разряд, и я полностью уже стал полноценным рабочим. Я предлагаю каждому попробовать устроиться на Мединвест, поработать. Каждому, в принципе, место и найдется. Кожен бажаючий може звернутися до центру кар'єри Мединвест або зателефонувати нам на гарячу лінію та дізнатися про вакансії, які актуальні на даний момент по нашим підприємствам. Ми можемо з нуля працевлаштувати без досвіду роботи кандидата та навчити його на робочому місці або через кваліфікаційний центр.